Сегодня мы будем играть в Among Us в Майнкрафте? Нет, ты не ошибся. Привет всем, ребята, я Угузи. Сегодня мы поиграем в Among Us в Майнкрафте, в Murder Mystery на сервере Vime World. Также угадай мини-игру, в которую я зашел, чтобы снять начало. Пиши свой топовый комментарий, ставь лайк. Да-да, именно ты можешь предлагать идеи для новых роликов. Давайте наберем за день 30 лайков, я сливаю вам ресурс пак. А теперь мы переходим к замечательным карточкам в Murder Mystery. Погнали. Итак, ребята, начинается наша первая карточка в Murder Mystery. Ой, точнее, Among Us. И роль свою специальную я не буду показывать вам. Вдруг вы такие догадаетесь и сразу такие: о, понятно, вот, типа, мы поняли. Но на самом деле нет, ребят. Я вам хочу в этой каточке рассказать, собственно, что значит Among Us. И вообще, вот, как он связан с темой этого ролика. А вообще, почему я решил такой ролик снять? В последнее время я на Ютубе и вообще в жизни видел такую штуку. Типа, мои друзья и вообще люди очень часто смотрят эту игру. И играют в нее также нередко довольно-таки. Поэтому мне захотелось снять что-то типа этого, чтобы, ну, просто вот люди посмотрели, как играется, значит, в Among Us в Майнкрафте. Может быть, кто-то после этого ролика пойдет на этот сервер, на Vime World, попробует себя в Майнкрафте, в Among Us. Но, на самом деле, правильно называется Among Us и переводится на русский как «среди нас». Ну, а в этой игре мы уже победили, как бы, и переходим к следующей игре. Погнали. Итак, ребят, эта игра уже началась. Я не видел, какая моя роль, мне очень интересно. Но я продолжу. Итак, правильно читается это Among Us и переводится как «среди нас» с английского. Эта игра была, короче, популярная, но что-то она скатилась, и сейчас она резко выстрелила и стала мега популярной игрой. Почему я решил записать этот ролик? Ну, во-первых, мне хотелось бы, конечно, посмотреть, как зайдет эта рубрика в Майнкрафте. Ну и, конечно, посмотреть, есть ли люди такие, которые реально играют в Among Us именно в Murder Mystery. То есть, как бы, это сервер Vime World, кто не знал, кто, ну, думаю, по названию вы поняли. И давайте смотрим. Так, я невинный, смотрите. Сразу же скажу, что нужно тут делать. Во-первых, тут есть маньяк, ну, импостер, как и в Among Us, да, мы будем немного не отделяться от темы нашего ролика. Я зашел в Among Us в Майнкрафте, да, и вот, я, типа, невиновный, я мирный житель, можно так сказать, ну, что-то уже с мафией переплетают, но не суть. И тебе дается тут золото, за которое ты можешь купить оружие, которым ты можешь убить маньяка, но только если ты попадаешь в человека невиновного, ты умираешь вместе с ним. И вот, теперь мне, получается, нужно... Стоп. Нужно быть аккуратным, потому что тут... Вот он, маньяк. Давайте... Ты чё, блин, серьезно? Ты серьезно не увидел этого человека? Понимаю. Ну и вот, как бы в чат все пишут импостер, все дела. А, я даже скинчик себе поставил, прикольно, да. И, ну, то есть... Суть импостера, то есть маньяка, ну, то есть убийцу, то есть предателя, убить всех игроков. Ну, то есть такие вот пирожки. От друзей я узнал об этой игре. Ну, довольно прикольная игра. Так, собираем золото, видимо. Я не знаю, кстати, свою роль. Вот в чем прикол, хотя давайте посмотрим. Итак, у нас обычно я... Так, ну я видел, кто маньяк. Человек с... Понял, чем... За мной бегут. Ребят, за мной бегут. Вон он, этот чел, вон он бежит за мной. Да-да-да, это он. Это он. Ах ты ж. Собака. Ну ладно, переходим к следующей карте. Ну и как-никак мне выпадает роль детектив. Как бы сыграть с детективом, я уже ждал маньяка. Ну ладно, в принципе... И этим меня тоже, как бы, удивишь. Потому что роли тут достаточно редко выпадают. И вообще... если вы когда-нибудь играли в Among Us, импостером быть очень сложно, потому что, ну, там много игроков, во-первых, играют, и, ну, вообще-то, это очень интересная роль. Дело в этой игре не в том, чтобы быть импостером, но, конечно, тоже нужно быть внимательным. Особенно детективу, который должен расследовать, кто же все-таки является предателем. Так, я рядом слышал поблизости звук убийства. Так ли это? А, кстати, этот детектив может убивать и еще невиновных, если я не ошибаюсь. Ну, а кто знает, Так.
Так, все, маньяк убийц. И отлично, переходим к следующей игре, где я вам покажу, что нужно делать импостеру маньяку. Ну вот, ребят, как бы мы дождались этого, в этот момент. И мне отдали роль маньяка. Это, кстати, недолго было, точнее, мне сдать. Да, ну и погнали. В общем-то, посмотрим. Смотрите, мы просто бегаем, да, такие по закоулочкам. И чисто вот, как бы притворяемся, что мы мирный человек. Ну, просто вот дело в том, что нельзя палиться. И как бы, ну, это вообще будет лузерство, если мы сейчас спалимся и нас убьют. Поэтому нужно быть очень внимательным и очень аккуратным. Потому что люди на самом деле... Ты чё, испугался меня? Правильно, что испугался. Свидетелей нужно сразу же, так сказать, умертвлять. Поэтому мне кажется, что нужно быть очень внимательным и избегать скоплений людей. Да, потому что скопление людей — это очень плохо. А когда тебя палят, еще хуже. Вот, двоих людей мы убили, завалили просто. Так, ну меня спалили. Это было покончено. Типа, когда палят, кто маньяк. Это очень плохо. Вау, меня хотели уже закрысить. Так, я сделал скриншот зачем-то. Ага. Меня спалили люди. Так, ну окей, я спалился, это плохо. Отлично, лук выпал. Так, я пока действую прям как реальный маньяк. Молодец я. Ну, я палюсь, но я боюсь. Так, ну все, давайте будем именно правильно играть. Типа, мы не должны палиться. Что мы причастны к этому. Мы не должны быть маньяками. То есть, как бы... Так, куда бежать? Куда бежать? Так, нужно думать. Логически, да? Как бы меня спалили, да, походу, что я маньяк. Так, ну... У тех вот мастеров... Так, я меч пролетел мимо, зачем? Так, нужно очень быть аккуратным, ведь ты не знаешь даже, в какой момент могут выглянуть эти люди. Так, я вижу, вон. Да-да-да. Тушите свет, мне что-то не нравится об этом думать, да? Так, мы бежим за тем пацаном, мне что-то не хочется стоять на этой хрени. Так, хорошо, луку невиновного я вижу. Отлично, ну то есть хреново. Не попал я луком. И тут, блин, ну короче, все понятно, надеюсь. И спасибо всем за просмотр ролика, я надеюсь, вы посмотрели, поугарали. Поставили лайк, подписались на мой канал. Благодарю всех вас за новый, приятный для меня лайк, ну и вас. Который досмотрел, напиши, если что там. Хэштег Гузи импостер. С вами был я, Баша Настроение. Приходите еще на мои стримы. Пока-пока.